Добрый день, друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полуслова, с полужеста. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телешоу «Телеактивный». С вами ведущие Елена Андреева и Ларина Сукуева. И мы рады представить наших участников. Сегодня вместе с нами играют десятиклассники столичных школ города. Итак, давайте поприветствуем первую троицу. Это Амелия Павлова, Олеся Давыдова и Артур Колхотян. Ребята учатся в 10 классе школы номер 17 города Якутска. Здравствуйте, ребята. Скажите, пожалуйста, как вы назвали свою команду и какой девиз вы придумали? Здравствуйте, наша команда называется Forever 17, и наш девиз – мы команда, просто класс, все получится у нас. Отлично. Амелия Павлова – ученица 10 А класса, увлекается ораторским искусством, любит петь и читать классическую литературу. Соответственно, ее любимые предметы в школе – это литература и обществознание. В качестве любимого автора Амелия однозначно называет Джейн Остин, а ее любовный роман «Гордость и предубеждение» рекомендует прочитать всем. Десятиклассник пока в раздумьях по поводу своей будущей профессии, но, возможно, это будет журналистика или юриспруденция. У Олеси Давыдовой, ученицы 10 Б класса, любимые предметы в школе, как и у Амелии, литература и обществознание. Особенно ей нравится раздел экономики, который ведет директор школы. И ведет она его очень увлекательно. В будущем Олеся думает изучать менеджмент, а в свободное время она занимается рукоделием и читает книги. Одноклассник Олеси Артур Холхотян обожает историю и через год планирует поступать на юридический. Из исторического периода ему больше по нраву начало 20 века, а точнее дореволюционные годы. Артур даже хотел бы оказаться в том времени и охотно представляет себя разгуливающим в Петербурге. А сейчас приглашаю в студию команду, которая представляет школу номер 5 города Якутска. Это десятиклассники Афанасий Габышев, Анна Сухарева и Алина Герасимова. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята! Мы очень рады вас видеть в нашей студии. Название вашей команды и девиз. Название нашей команды «Пятая высота». Наш девиз «3 Kids World Domination». Что-то у нас сегодня с английским языком, да, все? Наш уже хорошо знакомый Афанасий Габышев принимает участие в «Телеактивно» во второй раз. И сегодня он защищает честь своей родной пятой школы. Как помнят телезрители, впервые в нашей викторине он играл за ассамблею школьников молодежного парламента при «Илтумен». Афанасий признается, что после первого эфира его стали узнавать на улице, но прохожие не знают, что десятиклассник – победитель всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива», где он получил диплом первой степени с проектом сохранения культурного наследия народов России. Одноклассница Афони Анна Сухарева увлекается кавер-дэнсом и слушает кей-поп-музыку. А ее любимые предметы в школе – это литература и английский язык. Их Аня планирует сдавать в следующем году на ЕГЭ, ведь она мечтает поступить на филологические или лингвистические факультеты. Алина Герасимова – ученица 10 В-класса, активистка школы и староста своего класса. А еще она спортсменка, занимается волейболом, отличница, призер олимпиад и конкурсов по литературе, но при всем этом планирует поступать на психолога. Считает, что эта наука очень увлекательна и интересна, и мы с ней абсолютно согласны. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по три вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразы, указанных на карточке, при этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала.
А вот если игроки не поняли расплывчатые объяснения товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке увидите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка «Телеактивно». Это значит, вам будет дано задание «Стоп-кадр», где вы должны угадать название фильма или сериала. А если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам придется ответить на вопрос преподавателя филологического факультета СВФУ. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют два задания. Пантомиму – это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет филологический вопрос. Прежде чем приступить к игре, мы должны решить, какая команда начинает первый ход, а первый ход у нас начинает команда красных. И для этого мы зададим каждой команде по три вопроса из школьной программы. Это нужно будет для того, чтобы узнать, кто основную игру начнет первым. А поскольку вопросы будут заданы совершенно случайным образом по таким школьным предметам, как математика, химия, английский, история и обществознание. Поэтому вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Я думаю, что затруднений вы не испытаете. И поскольку в эту студию мы пригласили в начале 17-ю школу, поэтому вопросы из школьной программы сначала звучат для вас. Внимание на экран. Назовите самую древнюю букву русского алфавита. Так, у тебя есть идея? У тебя? А, я не знаю. Какие предположения? Самая древняя буква русского алфавита. Пятая школа, по-моему, уже знает ответ, но не подсказываем. Отвечает 17-я. И... Артур, надо смотреть в сторону девочек и немножко тоже помогать им думать. Амелия, Олеся. Ну, попробуй. Попробуй, скажи. Итого, ваш ответ? А. Буква А. Буква А. Так, ваш вариант ответа принят. Давайте послушаем правильный ответ, так это или нет. Самая древняя буква русского алфавита – О. Буква О. Это древняя. Ну, наверное, не зря там укали, да, на Руси раньше. Так, вопрос из школьной программы теперь звучит для пятой школы. Внимание на экран. Назовите, пожалуйста, самую молодую букву русского алфавита. Теперь самая молодая буква. Йо. Йо. Буква Йо. Буква Йо. И теперь давайте узнаем, правильно это или нет. Самая молодая буква русского алфавита – это буква Йо. Абсолютно верно. Плюс один. Пятая школа заработала одно очко. Кстати, я хочу напомнить, что если так получится, что каждая команда заработает одинаковое количество очков, в этом случае капитаны команд будут вынуждены бросить наш кубик, и у кого цифра будет старше, тот, собственно, и становится командой красных и начинает основную игру первым. Так, второй вопрос из школьной программы звучит снова для 17-й школы. Внимание на экран. Арабские купцы, путешествуя и торгуя по всему миру, строили укрепленные торговые дворы. И одна из них была и в Москве. Назовите улицу, которая сохранила арабское название. Так, вопрос из курса истории, Артур. Любитель истории. Так, Олеся, Артур. Олеся, Артур. Это интересный вопрос от учителя истории 23-й школы. И... Кто-то говорил, что любит историю. Артур как раз-таки. Любит, историю. Да. Не знаю, потому что остальные, по идее, звучат более-менее по-русски. Или то есть арабское название. Арабское. Думаю. Нужно новое. И
Амелия так хитро там переложила все на Артура и Олесю. И какие варианты у вас, ребята? Я не знаю, у меня больше нет вариантов. Так, Олеся, Артур. Вся надежда на вас. Какие у вас предположения по этому поводу? В Москве мы не были так часто, чтобы знать все улицы. Но эту улицу вы точно знаете? Одна из самых. Да, и? Арбат или Новый Арбат. Хорошо, ваш ответ принят. Давайте сверимся с учителем истории 23-й школы и узнаем правильный ответ. Эта улица называется Арбат. Абсолютно верно. Молодцы. Вы сомневались, а это все все-таки верно. Так, одно очко у вас уже есть. И второй вопрос из школьной программы теперь для 5-й школы. Какое небесное явление доказывает шарообразность Земли? А, типа день-ночь, наверное, да? Смена. Да. Ну, не только суток, еще и... Ну, как назвать это? Временное? Времена года? И... Нет. Тоже? Нет, а, нет. Ну, когда сутки там... Да. Как это по-умному назвать? Надо какой-то термин обязательно назвать, да? Какое небесное явление, да, доказывает шарообразность Земли? Облака? Да, адекватно. Нет. Термин адекватно придумать. Луна? Ну, типа, они же заходят, выходят. Интересно. Ну, они же на небе. И ваш вариант? Алина, Аня, Афанасий. Ваш ответ какой? Луна. Нет. Нет. Как это называется? Адекватно. Так, ваше время истекло. Нужно дать ответ уже. Какой-нибудь. Че, пусть луна, да? Луна, но мы с этим не согласны. Ответ ваш принят. Давайте послушаем. У вас больше вариантов нет. Шарообразность Земли доказывает фазы лунного затмения. Ну, можно. Вы почти были рядом, но нет. Можно хотя бы полбалла? Полбалла? А, так можно наполовину, пожалуйста? Давайте посмотрим в конце нашей викторины, вот этой вот викторины. Так, и последний вопрос из школьной программы теперь звучит для 17-й школы. Внимание на экран. Кто сказал, какой русский не любит быстрой езды? Так, любителям литературы Амелия и Олеся. Вы можете громко обсуждать. Да, мы хотим слышать. Первое скорее. Олеся, давайте погромче совещайтесь, а мы будем принимать только ваш ответ, который вы дадите. Либо Печорин, либо Евгений Онегин, мне кажется. Печорин скорее. Да, Печорин, мне кажется. Да, я уже. Да, скорее он. И? В девятом. Артур там даже как-то... Не принимает участие. Олеся. Итого? Пусть будет этот тогда. Печорин. Печорин. Ответ принят. Давайте сверимся с учителем литературы 3-й школы. Эти слова принадлежат Николаю Васильевичу Гоголю из поэмы «Мертвые души». Да, речь шла об авторе, а не о персонаже. Гоголь. Так, и последний вопрос для 5-й школы. Внимание на экран. У вас сейчас по одному очку. У нас пол очка еще есть. Выпросил Афанасий. Смотрим на экран. Какая железа человеческого тела отвечает за выработку инсулина? Поджелудочная железа. Еще раз? Поджелудочная железа. Так, да, мы согласны. Мы согласны? Единогласно. Давайте узнаем, так это или нет. Сверимся с учителем. За выработку инсулина отвечает поджелудочная железа. Ура! Молодцы, 5-я школа, ну, получается, 2,5 балла. Вы просили полбалла. Вы становитесь командой красных, а ребята, вы становитесь командой синих, поэтому меняемся местами, меняемся диванчиками. Пересаживайтесь на свой диван. Пока участники готовятся к игре, предлагаем ненадолго окунуться в историю настольных игр. Ведь наше шоу «Телеактивно» — это, по большому счету, огромная настольная игра.
А некоторые люди и не догадываются, что настольные игры появились в доисторические времена еще до появления письменности. Так что же было первой настольной игрой? Конечно, кости. Набор из 49 вырезанных и покрашенных камешков был найден во время раскопок 5000-летнего кургана Башур-Хаюк на юге-востоке Турции. Они считаются самыми древними игровыми компонентами, найденными археологами. Схожие экземпляры были обнаружены в Сирии и в Ираке. Вообще, настольные игры, не утратившие и по сей день своей актуальности, не так уж и сильно изменились за тысячелетия. Все потому, что в основе любой игры лежит вызов, соревнование и адреналин, которые придают силы и уверенности в себе. Такие были в Древнем Египте и у викингов. К примеру, хнефатафл, иногда его называют просто тафл. Это игра, в которой пленные играют против захватчиков. Цель белых фишек, то бишь пленных, устроить побег короля, в то время как черные фишки-захватчики норовят помешать ему. Напоминает шахматы, не правда ли? В современном мире все началось в 1934 году, когда Чарльз Дэрроу представил проект игры в будущем, названной «Монополия». Она быстро приобрела популярность как на Западе, так и в СССР. Увлекательная игра не только была способом отдохнуть, но и помогала развить навыки в области экономики. А вот российским культовым развлечением, несомненно, было лото. В него играли всей страной благодаря телевизионным эфирам передачи «Спортлото», а набор из карточек и мешочка с бочонками был дома практически у каждого. Но, надо отметить, сама игра появилась намного раньше. В Генуе в лото играли еще в 17 веке, а в 18-м она появилась в Российской империи. Причем изначально считалась досугом высшего общества и только после революции обрела популярность среди всех слоев населения. Современные игры эволюционировали долгие годы, и теперь это один из самых популярных видов досуга для любой компании, в том числе и для нашей. Все поняли правила игры, итак, мы начинаем. Команда красных кидает кубик первой, и таким образом мы определим, какое задание ей попадется и сколько шагов она сможет сделать вперед в случае успеха. А я хочу напомнить, что если на кубик вам покажут цифру 6, то в этом случае вам придется отвечать на вопрос преподавателя филологического факультета. Афанасий, подождите, я вам расскажу, да? Эта же участь вас может поджидать и в конце нашей игры. Если ходов у вас осталось меньше, чем показал кубик, вам нужно будет справиться сразу с двумя заданиями. Первое задание – это пантомима, как последняя клетка нашего игрового поля. И второе задание – опять же вопрос от преподавателя филфака. В любом случае, на каждый ответ вам дается по 45 секунд. Афанасий, бросайте кубик. Два. Вам нужно будет объяснять. Для этого вначале вы выбираете карточку. Объяснять вы умеете. Смотрим на этот... Вот. Словами объяснять, да? Да, словами, исключая однокоренные. Поехали. Ну, короче, есть такая штука, которая одежду гладит. Утюг. Да. Потребовалось 5 секунд. Абсолютно верно. А ваша фишка красного цвета, торжественно делайте два шага вперед. Давайте вместе посчитаем. И раз, и два. Так, команда 17-5 школы открывает игру, а 17-я школа продолжает. Бросайте кубик. Кто начинает? Амелия. Амелия, капитан команды. Какую цифру хотели бы? Ну, хорошая цифра 5. Давайте. А шестерку не хотите, да? Вопрос преподавателя филфака. Нет, попробуем. Преподаватель филфака, да? Один. Вам нужно будет рисовать, Амелия. Рисовать. Для этого вначале выбираем карточку, смотрим, какое задание вам попадется для рисования. Я вам подскажу. Любую, какая вам понравится карточка. Угу. Так, вот. Это надо будет нарисовать. Угу. Мы не говорим в этот момент. Не пишем. Только рисуем. Да, только рисуем. Поехали. Время. Ребята, вы уже можете начать отгадывать? Вам видно? Малышей. Если не очень видно, можно чуть-чуть коктейль.
Молочный коктейль. Абсолютно верно. Супер, Олеся, вы молодец. Так, Амелия, тоже торжественно делайте один шаг вперед. Вы молодцы. Хорошо начали игру. У нас некоторые игроки по минут 20 сидят, вот на стадии шкаф не могут открыть. Бывает такое. И раз, отлично. Ура! Супер. Так, пятая школа. Пятая школа. Пожалуйста. Аня, бросайте кубик. Давай шестерку. Шестерку хотите? Пятерку? Пятерку. Пятерку. Что-то все боятся филфак у нас. Ну вы же собираетесь сюда попасть. Один шаг. Пантомима. Пантомима. Выбираем карточку. Поехали. Ложка. Вышивать. Зашивать. Шить. Шить. Выкраивать. Игла. Надо точно. Иголка. Иголка. Абсолютно верно. Так, Аня, делайте шаг вперед. Ваша фишка красного цвета. И раз. Один. Так, легкие пока даются задания. 17-я школа. Олеся, пока вам достаются легкие задания, как мне кажется. Да, но есть такое. Посмотрим, что будет дальше. Это только начало игры. Пять. Вы хотели пять, и вы получили пять. Раз, два, три, четыре. Пантомима. Пантомима. Поехали. Что? Ты перекрестилась, не посмотрела на меня. Что? Ага, мы? Невидимка ты. Мы тебя не видим, плащ-невидимка. Сказала же уже, невидимка. Невидимка. Да, невидимка. Просто невидимка. Супер. Так, Олеся, двигайте вашу фишку. У вас синего цвета, фишка. На пять шагов вперед. И таким образом... Нет. Сперва вот туда вот. Давайте вместе посчитаем. Раз, два, три, четыре. Пять. Вот. Команда красных, пятая школа. Давайте. Алина. Давай. Посовещались, и теперь вы хотите шестерку, да? Повыше. Три. Раз, два, тоже пантомима. Пантомима. Так, Алина, выбираем карточку. Это надо будет показать. Поехали. Стучаться. Подарок. Подарок под елку. Подарок на новоселье. Доставка. Доставка еды. Пиццы. Доставка еды. Доставка подарка. Ну, покажи что-нибудь еще. Еще что-нибудь. Доставка чего? Посылка. Посылка. Супер. Алина, да, делайте три шага вперед. И вы становитесь... Давайте вместе посчитаем. Раз, два, три. И вот на одну клетку вы встали. Да, вместе с синей. Так, счет сравнялся. И 17. Артур, бросайте кубик. На этот раз какую хотите теперь? Тоже шестерку? Шестерку? Не знаю, даже четыре. Четыре? Четыре. Так, раз, два, три, четыре. Рисовать. Артур, как рисовать? У вас с рисованием? О, я, если честно, не художник. Ну, давайте мы посмотрим, проверим, художник вы или нет. Поехали. Что? Что это? Самолет, корабль. Лодка, подводная лодка. Танк. Что это? Наш корабль. Еще добавляй. Еще добавляй. Ты рисуешь море, да? Вот корабль, танк, яхта. Подвод, яхта, еще круиз, катер. Катер. Близко. Говорить нельзя. Так. Ну, мы поняли, что мы близко. Остается 10 секунд буквально, давайте. Лайнер. Круизный лайнер. Титаник. 5 секунд. Лодка. Подводная лодка. Что это? Время. Ответ такой? Катамаран. Катамаран. А как он выглядит, Артур? А я даже не знаю. Вы даже не знаете, да? Нарисовали и все. Так, ваша фишка стоит на месте. Артур, присаживайтесь. А пятая школа продолжает игру. Пятая школа продолжает игру. Афанасий, ваша очередь. Так задумчиво сидел Афанасий. Господи, я бы катамаран нарисовал бы, да? Да. Да. Сейчас точно получится. Хорошо. В сторону камеры. Он гипнотизировал. Да? Ну так нельзя так делать. Нельзя. Да, режиссер ругается. Так нельзя. Шесть. Так,
присаживайтесь, и на вопрос преподавателя филологического факультета СВФУ вы отвечаете коллегиально. Внимание, внимание на экран. Поставьте правильное ударение. Издревле или издревле? Так, 45 секунд у вас есть, посовещайтесь. 50 на 50, да? Я привыкла издревле, если честно. Ну, все привыкли к неправильному произношению. Да, мне кажется. Издревле. Стоп, я где-то слышала, что издревле правильно. Издревле. Да, как будто, ну, типа, древность. И вот из-за этого как-то ударение сходит. Да, издревле. Издревле. Вы от противного решили, да? Ага. Да. Давайте сверимся с преподавателем Дмитрием Жирковым и узнаем, каков же правильный ответ. Правильный ответ – издревле. Верно. Абсолютно верно. Ваша логика верна. Так, Афанасий, двигайте вашу фишку на 6 шагов вперед. И вот сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Отличный шаг. Три шага, и вы победители. Скоро, но посмотрим. Потому что у 17-й школы большие шансы. 17-я школа, Амелия, как-то вы расстроились? Я не расстроилась, я просто думаю. О чем вы думаете? Думаю о том, попадется ли мне что-то удачное или нет. Или вы... Что можно легко объяснить. Или мы. Или издревле, или издревле вас смутило. Шесть. И шесть. Шесть. Это вопрос, да, опять же, от Дмитрия Жиркова. Присаживайтесь и внимание на экран. Поставьте правильное ударение. Свекла или свекла? Свекла или свекла. Тоже 50 на 50. На кону 6 шагов вперед. Ну да. Афанасий, тихо. Не надо давать фору вашим противникам. И свекла. Почему так уверена? Не, по-моему, и свекла. Ну, и так будет правильно. Но тут нужно дать все-таки один ответ. Угу. Свекла, поэтому. Ладно. Так, ответ принят. Давайте сверимся с Дмитрием Жирковым. Правильный ответ – свекла. Абсолютно верно, Амелия, да. Так. Если есть буква Ё, то ударение всегда ставится на него. Да, двигаться сюда? Да, раз, раз, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опа. Молодец. Так, у нас опять счет сравнялся, очень сильные команды. Да. 17-я школа, 5-я школа. Я хочу напомнить, если сейчас кубик вам покажет цифру больше, чем 3, то вам нужно будет выполнить сразу два задания. Как я говорила, да, первое задание – это пантомима. И опять же Дмитрий Жирков, преподаватель филфака. Бросайте кубик, 5-я школа. Аня, ваш черед. Если вы не хотите вопрос от филфака, то... Меньше трех. Меньше трех, либо меньше три. Меньше трех, ага. Настраивайтесь на эту волну, да? Пять. И два вопроса. Вначале выбираем карточку, чтобы узнать, какое задание с пантомимой вам достанется. Смотрим на голубой фон. Любую карточку, как вы считаете нужной. Мы не знаем, какое сейчас задание вам попадется. Так, это нужно будет показать. Угу. Если вы справляетесь с этим заданием, второе далее задание будет филфак. Поехали. Бежать. Бежать. Бежать трусой. Нет, бег с дистанциями. Готово. Перепрыгивать. Ну, бег с препятствиями. Бег, да, с препятствиями, да. Да, Алина, молодец. Молодец. Присаживайтесь, Аня. Кажется, внимательно смотрели нашу передачу. А теперь... Нет, вы догадались. Да, конечно. А теперь вопрос от преподавателя филологического факультета СФУ. Внимание на экран. Назовите сокращенное наименование Северо-Восточного федерального университета. Ну, в смысле? Я вообще хотел. Да. СФУ. СФУ. А полное, может, имени? Нет, аббревиатуру, но правильно. СВФУ. Хорошо, ваш ответ принят, но этот вопрос не был бы задан, если бы он не был бы таким простым. Внимание на экран. Имени Мусова. Что это? Правильное сокращенное название Северо-Восточного федерального университета – СВФУ. ФУ. Ну, мы сказали. Вы сказали СВФУ. Нет, я сказала еще СВФУ. Она прям отдельно сказала. Да. Можете пересмотреть. Да. Так, давайте мы зададим вам другой вопрос от преподавателя филологического факультета и выясним на сей раз.
Как будет правильно? Большинство обрадовалось приближению весны или большинство обрадовались приближению весны? Нет, ну, да, потому что большинство людей обрадовались, а тут просто большинство обрадовалось. Да. Ваш ответ? Обрадовалось. Все согласны? Обрадовалось. Ответ обра... Какое? Лось. Лось. Ответ принят. Давайте сверимся с Дмитрием Жирковым. Правильный ответ. Большинство обрадовалось приближению весны. Однако, верно, если в этом предложении появляется управляемое слово в родительном падеже множественного числа, большинство студентов обрадовались появлению весны, то и форма глагола меняется. Абсолютно верно. И ваши рассуждения тоже были абсолютно верными. Если было бы большинство людей, ну или вот студентов, как сказали, то обрадовались. Вы сказали, обрадовалось. Приглашаем всю команду школы номер 5, пожалуйста. Переместите фишку. Вашу фишку красного цвета, на три шага вперед. И таким давайте посчитайте вместе. Раз, два, три. И победителем шоу «Телеактивно» становится команда из школы номер 5. Так, и мы вам вручаем возможность устроить себе вкусное застолье, а в этом вам поможет кафе «Дан-Дан». Вы можете и отметить сегодня победу. Присаживайтесь, пожалуйста, на диванчик. 17-я школа. Я смотрю на Амелию, вы так расстроены, да? Ну, я просто думаю то, что это было не совсем честно. То, что вы не уточнили, к примеру, им то, что один человек должен отвечать, и из-за этого запутались. У меня какой-то диссонанс. Они ответили один человек потом, поэтому второй вопрос мы задали же им. Ну да, но они не один раз уже настаивали на таком. Так, еще какие замечания будут? Какие впечатления? Вообще очень быстро прошла игра. Игра очень быстро прошла, и это было очень интересно. Пантомимы, рисование и тому подобное. Но мне кажется, то, что нужно сначала уточнять правила, чтобы кто-то один отвечал. И тогда было бы честнее, то ребята запутались же из-за этого. Так, присаживайтесь, и на вопрос преподавателя филологического факультета СВФУ вы отвечаете коллегиально. И пришлось переигрывать из-за этого. Ну, мне честно, неприятно. Спасибо вам за замечание. А так я за них рада. У вас призы классные. Так, а Олеся, у вас какие впечатления, замечания, может быть, по этому поводу? Не знаю, мне понравилась интересная игра, но очень короткая. Очень коротко, да. Но я хочу вас уверить, что у многих, то есть не у многих, у некоторых команд бывает такое, что мы там реально по 2 часа играем, потому что вот, ну, как-то вот не двигается фишка, люди не справляются с заданиями. Но в этот раз как-то так получилось, что обеим командам доставались легкие задания. Вот если честно, да. Не было никакого рыжего мужчины с рыжей бородой. Не было такого экскурсии с достопримечательностями. Сиропа. Да, вот задания у нас довольно-таки сложные. И Дмитрий Жирков тоже, на мой взгляд, давал легкие задания. У него есть очень посложнее. Так, Артур. Ну, вполне интересная игра. Рад за победителей. Хорошо. Какого задания вы больше всего, может быть, боялись, вот придя? Рисование. Ну и попалось, собственно говоря, да? Именно оно. А катамаран, вот что вот в вашем понимании? Это что такое? Что-то вроде... А сколько вы? Катамаран. Как выглядит катамаран? Амелия, вы тоже не знаете? Нет. Но это тоже водный транспорт, но у него вот как бы вот две лодки. И соединяется между этими двумя лодками мостиком. Все, поняли. Вот называется катамаран. Так, огромное спасибо вам за участие. Так, я не спросила 5-ю школу, но Афанасий, начнем с вас. Вы второй раз побеждаете, да? Или нет? Я всегда побеждаю. Вы всегда побеждаете. Так уверенно. Поэтому как-то такого вот восторга и радости у вас сегодня нет, да? Было весело, главное. Мы его заставили. Так, Аня, Алина, тогда с вас давай начнем. Это было просто очень быстро. И мы не все задания опробовали. То есть, допустим, мы смотрели, да, пару выпусков, и там один человек, там, допустим, все успел попробовать. У нас здесь, например, ни разу не было варианта стоп-кадр. А это сложно. Ну, как по мне, это самое сложное, потому что выбирают такие кадры вообще...
по которым сложно выделить фильм или сериал какой. Очень хитрые такие маневры режиссер вам мог бы предложить. Еще какие замечания и предложения по поводу нашей игры? Аня, может быть, у вас есть? Ну, в целом, мне все понравилось. И, ну, грустно, конечно, то, что некоторые задания нам не попались. Например, тот же стоп-кадр, либо же рисование. Вот. И то, что было, ну, достаточно легко. То есть мне бы хотелось чуть посложнее, вот, потому что я, правда, тоже несколько выпусков смотрела, там, где, правда, сложные задания попадались. Я подумала, то, что, ну, почему бы тоже не попробовать что-нибудь такое сложное? Ну, ладно. А вот когда вы шли на сегодняшнюю передачу, вот какого задания, может быть, вы больше боялись или наоборот ждали? Больше всего, мне кажется, мы с Алиной боялись стоп-кадр. Потому что мы особо не смотрим фильмы, сериалы, вот это вот все. Да? Поэтому, да, нам было бы сложно. Мы больше аниме, дораму. Дораму смотрите? Да. Ну, в следующий раз надо тоже предложить что-то из дорам. Огромное спасибо вам за участие. Амелия, для вас лично я хочу пригласить еще раз сыграть в эту игрушку. Ну, когда-нибудь, да, через там недельку-другую, через месяц, может быть. Может быть, в следующем году, когда вы будете в 11 классе в начале года, да? То есть я с вами не прощаюсь. Чтобы как-то справедливость восторжествовала и для нас, и для вас, приходите, может быть, мы усложним какие-то задания, может быть, упростим. Не расстраивайтесь, самое главное. Получилось так, как получилось. Что ж, такие дорогие друзья, ну, как вы понимаете, что даже самое простое слово довольно-таки трудно объяснить, а порой довольно-таки и просто. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра «Телеактивно». Встретимся на следующей неделе. Пока-пока!